Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проинспектировал работу распределительной подстанции «Мособлэнерго», расположенной на Хлебозаводском проезде. В 2020 году на этом объекте провели реконструкцию. В одном помещении находятся две РТП, которые запитывают в общей сложности 22 подстанции в Люберцах, Томилине и Краскове. В зоне обслуживания 33 социально значимых объекта, 170 домов, в том числе жилые комплексы Новотомилина и Карамельный. Благодаря работе этой распределительной подстанции бесперебойную электроэнергию получают более 10 тысяч жителей городского округа. Эта подстанция модернизирована по последнему требованию инженерных проектных разработок. До этого чуть в стороне, буквально 200 метров от этого места, была старая подстанция, которая была построена более 70 лет назад. И вот сегодня мы проверили, как было запущено оборудование, как идет поставка электроснабжения. Никаких нареканий нет.